Всем привет! У нас сегодня последняя лекция, последний разговор на тему. На какую тему? На тему сетевых протоколов в Linux. Вот. Как вы можете видеть, происходит она, он, этот разговор, у меня из дому, потому что у нас на факультете объявили карантин, потом его, правда, отменили, кажется, но... Ну, короче, то ли отменили, то ли не отменили, неизвестно. Но студентов туда не пускают, вот, на факультет. Поэтому я выхожу в эфир из дома. Но, тем не менее, это вполне полноценная лекция. Мы поговорим про туннелирование, про частные сети. И по ней будет даже домашнее задание, которое нужно будет делать, которое будет учитываться. Вот. Так вышло, что в мае у нас, видите, очень мало встреч. Ну вот, давайте мы вернемся к нашей теме основной. И основная тема это туннелирование частной сети. Как обычно, значит, исповедуя жанр впихнуть невпихуемое, мы попытаемся поговорить за один раз про такой большой пласт инструментов, которые используются для того, чтобы встраивать друг в друга различные потоки данных. Вот. Сюда же, кстати, относится тема проксирования, но она вообще никаким боком не влезла, поэтому с прокси мы разбираться не будем. Туннелирование, если попытаться дать общее определение, это когда мы засовываем один трафик внутри в другой. Вот. Довольно часто бывает так, что вот этот другой, это трафик определенного вида, мы с вами будем видеть это либо IP какой-нибудь, последовательно IP пакетов, либо UDP датаграммы. А вот внутри мы вполне можем рассчитывать на то, что инкапсулирован трафик будет вполне себе произвольный. То есть там CP соединения, да, какие-то отдельные пакеты и так далее. Вот. Это на самом деле не всегда так бывает, бывает по-другому, но, в общем, обычное назначение туннеля как раз таково, чтобы, во-первых, можно было довольно оперативно шифровать контент, вот, и, значит, не заморачиваться. Во-вторых, этот шифрованный контент должен быть достаточно равномерный, достаточно сглаженный, чтобы нельзя было что-нибудь из него извлечь методом пассивного анализа, потому что даже если мелкие пакетики шифрованные, но мелкие, то можно, сделав предположение о структуре этих пакетов, попытаться их расшифровать. Вот, Wi-Fi так, вот старый Wi-Fi так часто делали. Вот. И это, значит, первая половинка, для чего нужно туннелирование, это для того, чтобы что-то делать вот с этим потоком данных, с этим контентом. Вторая половинка – это когда два конца туннеля принадлежат какой-то единой инфраструктуре. Да? Вот это как раз тема про виртуальные частные сети. Да? Когда идея в том, что где бегают пакеты, пока туннель длится, нас не очень волнует, но с двух его концов у нас вполне ожидаемое сетевое пространство, возможно, со своей политикой безопасности. Короче говоря, туннель – это такая вот дырка. Я всегда привожу в пример мультфильм «Yellow Submarine». Там Ринго нашел дырку, когда они со всей командой находились в море дырок, и положил эту дырку в карман. И он с этой дыркой в кармане ходил. «I have a hole in my pocket», – говорил Ринго. Да? И вот в одну значит, часть этой дырки можно влезть, а из совершенно другой вылезть. Вот так примерно ощущается туннель. Туда пакет положили, он по интернетам погулял, а потом из другого конца туннеля вот. Вот. Самый простой туннель – это IP over IP. Вот. Дело в том, что на свете туннелей очень много. Мы можем сходить, вот, например, на сайт Red Hat, где будет руководство по самому разнообразному туннелированию. И мы тут увидим их, давайте посмотрим в оглавление. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять каких-то видов туннелей.
который можно на этом вашем Linux запустить. И это, я так понимаю, в общем, проценты от того, что на самом деле можно организовать. Вот. Это кажется только с помощью IP-Links тут можно все сделать, а там еще есть прям отдельные инструменты и приложения для туннелирования. Вот. Надо сказать, что это очень старая задача, и шифрование старая задача, и проброс некоторого трафика сквозь фаервол, который запрещает, это тоже довольно старая задача, поэтому разных протоколов туннелирования очень много. IP over IP, кстати, IP на IP, это довольно свежий протокол, у него RFC, сейчас скажу, какого года, не скажу, какого года, 2003 года, кажется, да, давайте почитаем. Нет, 96-го, соврал. Это номер 2003, а год 96-й. Не очень свежий, соврал. Но, тем не менее, значит, в чем идея? Идея очень простая. Возьмем IP-пакет, завернем его в другой IP-пакет, определенного одного конкретного типа, вот этого самого IP over IP, и в таком виде пошлем. Соответственно, что бы там внутри ни происходило, какие бы именно частями какого именно трафика был бы этот IP-пакет с точки зрения не очень умной, не очень интеллектуальной наблюдающей программы, будет неважно. Вот. И это значит, что мы можем достаточно легко вот такими потоками совокупных пакетов отовсюду управлять. Вот. Ну, давайте, значит, что для этого нужно сделать с Linux-системой? Да очень просто. Нужно добавить, как обычно, нужный соответствующий интерфейс виртуальный, который бы работал как обычный сетевой интерфейс, а при закладывании в который пакетик, этот пакетик бы инкапсулировался в соответствующий IP-пакет нужного протокола, и вот этот вот инкапсулированный пакет гулял бы по нашей сети, а с другой стороны, на приемке, при приемной части, вернее, ответной части этой дырки, у нас бы происходило то же самое. Мы добавим виртуальный интерфейс, будем в него эти пакеты вынимать. Давайте мы начнем это уже делать, а то что-то я разболтался. Вот. Значит, нам понадобится следующая картинка. Значит, клиент, некий маршрутизатор и сервер. Вот этот некий маршрутизатор будет играть у нас роль интернета, то есть будем считать, что там очень много каких-то происходило перепинывания этого пакета с сайта на сайт. Ну, для нас будет достаточно, что маршрутизатор один. Так, давайте, значит, создадим сервер, который будет присоединен к некоторой сети со своей стороны. Вот. Пока он там загружается, давайте мы еще создадим роутер, который будет присоединен к двум сетям. Вот. Значит, на роутере мы ничего особого делать не будем, мы там просто настроим маршрутизацию, вот, а вся работа будет происходить по созданию туннеля на клиенте и на сервере. Вот, и создадим клиент, который будет присоединен уже к второй сети. Так, значит, давайте посмотрим, что нам нужно сделать на сервере для того, чтобы все это заработало. Как уже было сказано, на сервере нужно настроить IP-адреса. Ну, давайте мы это сделаем по фэншую. Значит, здесь мы, как обычно, напишем, что это этаж 1. Здесь мы напишем, где
10.10.1.1.1/24. И давайте мы еще сразу запланируем маршрут на клиент. Мы помним, что маршрут на клиент нам нужен. Нам нужен маршрут на клиент. Нам нужен заранее его приносить, либо ставить маршрутизатор по умолчанию. Ну вот мы сейчас сделаем так. Сейчас мы напишем, что у нас gateway это роутер 1.2, а destination это 10.10.2 сеть. Во. Попробуем посмотреть, что получится. Вот. Вот у нас все вроде как надо. Все вроде как надо. Настраиваем роутер. На роутере у нас будет два интерфейса, ну остальное, в общем, все примерно одинаково. Прямо отсюда скопипастим. Вот. Единственное, что там будет на роутере, другой. Другой IP-адрес. Да, вот у нас здесь это нам не нужно. Вот это нам не нужно. Здесь IP-адрес 2. Собственно, вот и все. Да, еще единственное, что надо написать, IP-forward. Да, IP-forward, нам нужен IP-forward. Сейчас, секунду, давайте вспомним, как это пишется, я забыл. По-моему, IP-forward равняется IPv4, но давайте все-таки увидим это. Да, я был прав. Можно было... Вот. Теперь у нас, значит, роутер будет работать маршрутизатором. Так, 60, это у нас будет дипнет. Вот, да, давайте это тоже отредактируем, значит, это этаж 2, это, соответственно, 2.2, это можно не писать. Очень хорошо. Ну и наконец давайте настроим клиент. В клиенте будет примерно такая же штука. Вот такая она будет. Вот. Пока мы занимаемся тем, чем мы с вами уже занимались много раз, а именно настраиваем обычную маршрутизацию в сети. Вот. Ничего военного, совершенно ничего такого удивительного, только этаж один. Ничего удивительного не происходит. А, маршрут надо добавить, извините. Давайте добавим маршрут. Вот. Маршрут по умолчанию. Так, давайте попробуем, проверим, что у нас все работает. 10.10.1.1. О, it works.
ping 10.10, 2.2. А, это маршрутизатор 2.1. Вот, все работает. Значит, напоминаю, что у нас в этой конфигурации клиент и сервер будут связываться друг с другом с помощью туннеля, а роутер будет играть роль, значит, этих ваших интернетов. Вот. Понятное дело, что для того, чтобы работал туннель, конечно, между одним концом туннеля и другим концом туннеля нужна связанность. Меня в чатике спрашивают, там мне несколько автопик завелся на предмет того, как я отношусь к Андрею Викторовичу Столярову, его книгам. Я с очень большим уважением отношусь к Андрею Викторовичу Столярову, его книгам. Это один из, ну, в общем, человек из верхней половины интеллектуальной элиты, вот, явно. И он очень много знает и про это все говорит в своих книгах. Единственное, что нужно иметь в виду, это особенности индивидуального стиля Столярова, которые не всем заходят. Вот. Не все, что он говорит, нужно брать на чистую веру. Он всегда свои суждения оформляет таким образом, чтобы у вас была необходимость подумать над тем, что он говорит. Вот. Некоторые не любят думать над тем, что им сказали, а любят слепо следовать. Вот. В остальном, если вам зайдет стиль Столяровский, то все его книги рекомендуются. Такие дела. Это был автопик, а мы с вами, собственно, начинаем настраивать туннель. Вот. Значит, чтобы настроить туннель, на самом деле ничего особенного делать не нужно. Надо просто добавить соответствующий интерфейс. Вот буквально. Это на чем мы делаем? Это мы делаем, скажем, на клиенте, на SRV. Да? Интерфейс будет называться IP-IP0. Тип у него будет IP-IP, то есть мы будем заворачивать IP-пакеты в IP-пакеты. Вот. Remote клиент, другой конец туннеля, это 10.10.2.1. А этот конец туннеля будет, соответственно, 10.10.10.1.1. Вот. Обратите внимание, что в этой команде образуются пара специальных интерфейсов. Их сразу образуется два, потому что я, кстати, не знаю почему. Этот интерфейс фильтрующий, он служит некоторой прокладкой между виртуальным интерфейсом IP-IP и, собственно, нашим интерфейсом, каким-то интерфейсом, у которого вот такой адрес. Проблема состоит в том, что... Сейчас я правильно написал? Remote 2.1, Local 1.1. Проблема состоит в том, что, понятное дело, поскольку мы заворачиваем IP-пакет в IP-пакет, то даже несмотря на то, что у нас будут, например, IP-адреса в одной локальной подсети, никакой достижимости на уровне втором, на уровне интерфейсном у нас не будет. Да? Никаких MAC-адресов у нас не будет от вот этого самого машины клиента, ну, машины SRV и так далее. Мы всего лишь IP-пакеты заворачиваем. Поэтому для того, чтобы все это работало, нужно сделать специальную логику, и эта логика изнутри Linux машин выглядит так, что у нас возводится сначала интерфейс, который выковыривает безо всякого ARP, то есть безо всяких MAC-адресов, выковыривает нужные пакеты, а потом эти пакеты перенаправляются вот в наш интерфейс IP-IP. Вот. Ну, давайте мы его подымем. Вот. Теперь, значит, как только мы на нем настроим хоть какой-нибудь адрес, вот, это приведет к тому, что попытка общаться по этим адресам между двум машинам приведет к заворачиванию, инкапсуляции IP-пакета внутрь другого IP-пакета. Потом это будет по вот этим интернетам передаваться и приниматься клиентом. Давайте это попробуем сделать. Значит, IP-add dev IP-IP0, ну, скажем, 192.168.111/24. Возможно, 16.32,
Потому что у нас все равно там не будет возможности другую машину прибить. Давайте попробуем слэш 32. О! Теперь такую же точно штуку давайте настроим на клиенте. Во-первых, мы добавляем нужный, ну, даже не так, давайте мы прям увидим, что поскольку это туннель, то туннель создается путем копипасты с обменом идентификаторов внутри пары. Вот я сейчас скопипастил с настройки сервера, здесь будет local, а здесь будет remote. Вот. А в остальном все то же самое. IP-link, set, IP-up. И давайте настроим ему тоже какой-нибудь адресок. Вот. Ну, скажем, 5.24. Здесь вместо 32 все-таки напишем 24, что мы делаем. Вот. Как только вы пишете, задаете IP-адрес на интерфейсе с какой-то подсетью, немедленно появляется таблица маршрутизации соответствующая. Вот она. Вот. Ну и, соответственно, у меня есть подозрение, что в результате такой настройки мы уже можем попингать наш удаленный, внутри туннеля удаленный. О, и то, вот. Значит, при этом обратите внимание, что происходит. Этот пакет доходит до SRV, а доходит он вот таким вот образом. О, вот. Что мы видим, давайте даже минус V еще скажем, что мы видим в TCP-дампе? В TCP-дампе мы видим следующее, что от сайта 10.10.2.1, то есть от клиента, к 10.10.1.1, то есть к серверу, проходит какой-то IP-пакет. Просто IP-пакет. Но умный TCP-дамп умеет его расковыривать, он знает, что это proto-IP-IP, и что внутри него лежит IP-пакет уже правильный. Вот он. И что это ICMP Echo Request, а вот в обратном обычном IP-пакете это ICMP Echo Reply, ну и так далее. Да? Точно так же будет работать, например, какой-нибудь выход в интернет, если мы его настроим. Ну, в общем, все будет работать примерно так же. Да, у нас теперь есть доступ из клиента на сервер сквозь туннель. Вот. Давайте попробуем вот что сделать. Давайте попробуем зарезать. Да, ну вот смотрите, вот у нас, допустим, есть сервер, там есть SSH, да? Вот давайте попробуем сделать так. SSH работает, да? Попробуем присоединиться по SSH к серверу непосредственно, вне, минуя туннель. 10, 10, 1, 1. Работает. Теперь давайте на роутере зарежем TCP-соединение. Вообще, все, скажем, так, забыл сказать минус-минус now. Вот. Да. Вот. Давайте сюда добавим какую-нибудь табличку, вернее цепочечку, которая бы фильтровала. А, нет, выход в интернет. Давайте настроим выход в интернет, да? Сначала я предлагал сам себе настроить выход в интернет. Потом мы сделаем здесь, зарежем этот самый туннель. Хотя можно и туннель зарезать, какая разница. Давайте зарежем туннель. Сначала проверим, что оно работает, действительно ходит через туннель. Смотрите, сейчас добавим что-нибудь типа... Давайте вот так сделаем. Добавим в netfilter, вот в эту табличку, в цепочку forward, то есть ту цепочку, которая привязана, висит на
точки входа forward, занимается маршрутизацией. Что все пакеты, которые мы маршрутизируем, если они TCP-шные, то их выбрасывать. О! Если через наш маршрутизатор проходит TCP-пакет, то мы его выбрасываем. Что в результате получится? Вот этот SSH не заработает. Connection refused, видите? Только что она работала. Теперь, поскольку соответствующий policy у нас, не policy, а port unreachable, обратите внимание, reject означает, что приходит ICMP сообщение port unreachable, то есть connection refused. Да? А вот подключение через туннель к серверу отлично работает. Вот он. Вот. Вот для чего нужен туннель. Для того, чтобы пропускать через интернет только трафик единственного типа туннельного. Вот. А все остальное в него, в этот самый туннель складывается. Теперь, значит, давайте настроим выход в интернет, потому что при настройке выхода в интернет возникает одна интересная проблема, про которую я еще несколько раз буду сегодня упоминать. И эта интересная проблема — это конфликт маршрута до конца туннеля и маршрута по умолчанию. Ну, давайте сначала на сервере настроим нормальный выход в интернет. Как мы настроим выход в интернет? Во-первых, мы скажем, настроим не sysconfig, а systemd network. Вот здесь вот так, это int.net, а мы выход в интернет у нас как устроен? 20. Какой-нибудь дефолт. Да. Ночь. Name равняется etage 0. Network. DHCP равняется DHCP V4. Кажется, так это пишется. Давайте посмотрим. О, IPv4 называется. Вот, IPv4. Вот. Маршрутизатор включим сразу, форвардинг. Вот. Что у нас при этом заработает? Еще надо будет включить NAT. Но NAT мы сейчас включим. Значит, reload. Вот. Вот он у нас 10.0.2. Сейчас давайте ping. Давайте какой-нибудь Yaru. Yaru. Вот какой-нибудь 77 возьму. Вот. О, работает. Вот. Я намеренно тут не включаю DNS, чтобы вас не путать. В домашнем задании DNS будет нужен, но вот чтобы несколько механизмов не сваливать в одну кучу, я без DNS пока обошелся. Так. Теперь, значит, надо включить трансляцию сетевых адресов. Делается это. А, вот тут вот одной командой это делается. Давайте тогда я тоже так сделаю. Значит, объявлю, значит, что NFTables включен. И добавим во. Значит, добавим. Обратите внимание, что я делаю. Мы добавляем в нашу таблицу init-фильтр. Неправильно, надо было новую таблицу создать, но мне было лень. Мы в эту таблицу добавляем еще одну цепочку под названием mask, которая будет привязана к... Она будет типа NAT и привязана к пост-роутингу. Да, это не такая цепочка, которая у нас сейчас есть, она будет новая. Да, вот давайте посмотрим. У нас это уже было, просто я как бы на всякий случай пересказываю. Вот новая цепочка, которая привязана к пост-роутингу, и она type NAT. Да? И теперь в эту цепочку добавляем правило, в котором мы напишем, что все, что вылезает из интерфейса ETH0, надо подвергать маскараду. Вот. И вот этого вполне достаточно.
если я все правильно настроил, чтобы даже отсюда этот пинг заработал. Давайте проверим это. Давайте это проверим. Вот даже отсюда этот пинг заработает. Андрич говорит, что я делаю не так. Что я делаю не так, расскажите мне. Тут все, все вроде бы все, все правильно. Давайте мы что ли тут Unreach Move. Тут TCP. Почему он Unreach Move? Ну, давайте попробуем выключить сначала здесь вот Firewall. Чтобы он нам не мешал. Все равно Unreach Move. Что я делаю неправильно? Так. Давайте проверять. Так. О, сюда пинг не приходит. Стоп. Default view минус 2.2. Нет, все вроде правильно. Здесь нет дефолт маршрутизатора по умолчанию. Все. Я понял, в чем дело. Наш маршрутизатор не является маршрутизатором. Ха-ха-ха. Мы забыли настроить маршрутизацию по умолчанию. Вот. И вот теперь должно работать. Давайте проверим. Вот. Но эти пакеты ходят не через туннель. Да? Значит, сейчас мы вот этот пинг, он работает вполне себе в обход туннеля, о чем, собственно, говорит IP Route. Видите, по умолчанию мы пакеты посылаем в 10.10.2.2. Мы можем сейчас вообще зарезать все, какой бы то ни было трафик между... Ну, короче, зарезать. Вот. Например, RCMP тоже зарезать. Вот. Или давайте вот что сделаем. Да блин. Ладно. Вот что мы сделаем. У нас же у нас же сейчас. Мы сейчас зарежем, как мы делали это раньше, зарежем TCP, и у нас перестанет работать, допустим, заход на Яндекс.ру, вот, на Яру, во, да, значит, вот теперь пинг работает, а вот Netcat говорит вот так, да, значит, для сравнения Netcat отсюда будет работать нормально. Вот, да, почему так он работает? Потому что firewall на роутере режет TCP, направленный от клиента, куда бы то ни было при выходе с роутера, ну, или перефорвардинге. Теперь, значит, что мы хотим? Мы хотим сделать так, чтобы интернет продолжал работать. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно маршрут по умолчанию запихать в туннель. Чтобы маршрут по умолчанию был не через 10.2.2, а через... ту сторону через 192, 168, 111.1 через SRV. Вот. Через вот этот интерфейс. При этом роутер будет видеть только обычный IP-трафик, который он пропускает. Никакой TCP-трафик он видеть не будет. Вот. И у нас все будет снова работать. Но для этого, повторюсь, нужно убрать вот этот маршрут по умолчанию. И добавить маршрут по умолчанию через туннель. Во. Как вы думаете, так будет работать?
была бы здесь живая аудитория, я бы задал этот вопрос и подождал бы ответа. Но прям скажу, не будет сейчас ничего работать. Вообще после такой настройки у нас все разваливается. Вот. Упс. Упс. Висит. Почему? Потому что мы отпилили сук, на котором сидели. А именно, мы сейчас черным по белому написали, что все пакеты, вообще все пакеты, которые не предназначены для локальных сетей, то бишь не по адресу 10.10.2.0.24, нужно запихивать в интерфейс IPIP0. Проблема состоит в том, что в том числе и пакеты, которые мы засовываем в туннель, такая таблица маршрутизации, уже инкапсулированные пакеты, тоже будет пытаться засунуть в туннель. Смотрите. Мы хотим передать пакет по адресу 10.10.1.1. Это другой конец туннеля. Как вы думаете, какая таблица, куда этот пакет вот из этой таблицы маршрутизации будет смаршрутизирован? Вот куда. Понятное дело, что так работать не будет. Мы пытаемся инкапсулированный пакет засунуть в туннель, снова инкапсулировать. В общем, вот. Для того, чтобы схема с маршрутом по умолчанию и через туннель работала, нам нужно все наши службы, которые у нас находятся вне этого туннеля, явно прописать до них маршрут. В нашем случае нам нужно явно прописать маршрут до нашего конца туннеля. Вот так. Напоминаю, что так когда-то было. У нас когда-то был маршрут по умолчанию через 10.10.2.2. Вот. И вот теперь работать будет. Почему? Потому что пакеты, которые направляются на 10.10.1.1, пойдут через 10.10.2.2 рабочие. То есть наш туннель возобновит работу. Вот. А все остальные пакеты будут засовываться внутрь. По дефолту внутрь инкапсулированного туннеля IPIP0 и приходить через 192.168.1.1.1. Давайте проверим. Вот у нас пинг заработал снова. Вот у нас... О, вот у нас даже к Яндексу доступ заработал снова. Давайте посмотрим, как это происходит. И на этом эту тему закроем. Вот, смотрите. Вот. Что произошло? Произошел TCP подключение. Ну, тут слишком много шума. Давайте букву V уберем. Я думаю, вы и так мне и без буквы V поверите. Вот. Произошло TCP подключение. Что произошло? Мы внешний наш пакет IP over IP выглядел очень просто. Это мы, значит, послали слева направо с, значит, 10.0.2.1 в этот самый гейтвей. Сейчас. После включения DNS оно начало DNS-ить слишком хорошо. Вот. С 10.10.2.1 на 10.10.1.1 послали некий IP-пакет, но внутри него это было настоящее установление TCP-подключения. TCP-дамп об этом знает. Он расковырял этот IP-пакет и видит, что там на самом-то деле установили подключение вот отсюда, вот сюда. Вон там где-нибудь должен быть SYN. Сокок. Ну, короче, вся вот эта тема. Да, значит, вот тут SYN-ACK. Тут должен быть ACK. И пошел payload. Вот. Такие дела. Значит, для того, чтобы маршрут в туннель по умолчанию вообще работал, все, что у вас доступно было вне туннеля, должно быть, продолжать быть доступным вне туннеля. В частности, и главным образом, это конец туннеля. Запись должна быть обязательно активна. Вот. Вот смотрите, какую мы устроили связь. Значит, это уже почти что VPN, как вы понимаете, да? У нас есть адрес
в диапазоне 192.168.111 с одной стороны, дальше интернеты, и дальше адрес в диапазоне 192.168.111 с другой стороны, и машины друг друга видят. Но, конечно, для такой схемы, недостаточно для настоящего VPN. А почему? Потому что в Virtual Private Network у вас, в общем-то, по идее, должно быть много абонентов, не два. Предположим, по этой схеме мы хотим еще один абонент присобачить к нашему серверу. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится два IP-адреса. Один мы выдадим клиенту, и еще один намажем сюда на еще один IP-IP0 интерфейс. То есть один клиент, один интерфейс и еще один адрес сервера. Это, конечно, немножко, ну, такое избыточное нечто, поэтому так, в общем, никогда не делают. Для чего бывает нужно IP-IP? Ну, например, когда у вас просто вот есть два филиала, между ними гоняется трафик, который там шифруется отдельными темами, вообще все там вот, ничего не нужно, кроме минимальной инкапсуляции пакета. Кстати, об инкапсуляции. Я забыл сказать, обратите ваше внимание на Maximum Transfer Unit. Обратите внимание, что в настоящем Ethernet Maximum Transfer Unit у нас 1500 октетов, а здесь 1480 октетов. Почему? Потому что это VPN, потому что, ну не VPN, потому что это туннель, потому что внутри туннеля у нас... О! Вот эта оранжевая часть. Да? Намазана. Вот ровно на размер этой оранжевой части, на размер дополнительного заголовка туннельного, у нас изменился размер пакета, и, соответственно, он уменьшился, потому что, ну, вот надо инкапсулировать, потом декапсулировать. Вот. В VPN, в туннелях это всегда так. Давайте рассмотрим более популярный и более часто встречающийся вариант туннелирования. Это L2TP. Значит, L2TP, в отличие от IP-IP, это туннелирование фреймов по IP. То есть фактически вы заводите настоящий полноценный сетевой интерфейс виртуальный, без вот этой странной прокладки в виде очищения от MAC-адресов, да, вот этого всего. Просто прям вот виртуальный интерфейс со своим прямо-таки MAC-адресом и все остальное. Ну, давайте это прям сделаем. Для этого достаточно... А давайте перегрузим просто все три машинки. Даже две. Третью нам не нужно перегружать. Перегрузим клиент, перегрузим сервер. Мы же это вручную настраивали, да? Не на постоянке. Вот сейчас мы и... Вот. Да, так вот L2TP. Это туннель на уровне L2, то есть мы заворачиваем фреймы в IP-пакет. И, соответственно, все, что мы можем делать внутри L2 сети, как то адрес resolution протокол, какие-то, значит, упражнения с MAC-адресами, широковещательную рассылку по MAC-адресам, ну, вот это вот все, что можно сделать на уровне L2, будет работать на таких виртуальных интерфейсах, в таких туннелях. То есть это более полноценная, в смысле сети, поддержки сетевых протоколов штука. Вот. Давайте посмотрим. Прекрасно. Это то, что нужно. Вот. Отлично. L2TP. Так. Значит, что нам нужно сделать на сервере? Значит, мы... воспользуемся двумя чуть-чуть различными инструментами. Один называется так же, как и раньше, IP-Link, а второй прямо IP-Tunnel. Вот. Сейчас давайте посмотрим в лекцию прошлого года. Я хотел показать вам и то, и другое. Сейчас, одну секунду. Лекции прошлого года. А, это было не здесь. Это было для настройки клиента. Ну, что поделать. Смотрите, давайте тогда я сразу скажу. Просто.
то, чего я не сделал, хотя планировал, просто забыл включить в план. Обратите внимание, что настройка вот этого IP-IP может быть вручную, вот так, как мы это с вами делали. Где тут? IP-Link-Add, IP-Link-Set-Up, и вот этот Link-Add — это новая линка типа IP-IP. А может быть с помощью специальной команды IP-Tunnel, которая делает все то же самое. Видите? IP-Tunnel, Add имя интерфейса, мод все тот же IP-IP, Remote Local. То есть разницы никакой. Это такая чистая семантика, когда вы пишете скрипт, когда вы пишете IP-Tunnel, Add. Вы понимаете, и все, кто читает этот скрипт, понимают, что вы добавляете туннель. А когда вы пишете скрипт и в нем пишете IP-Link Add, еще догадайся, что это будет туннель. Вот. В основном, в общем, я так понимаю, разницы никакой, результат совершенно одинаковый. Ну вот, что же касаемо L2TP, то мы будем уже прямо писать IP L2TP, потому что L2TP — это гораздо более мощный протокол, в нем очень много всякого интересного происходит. Мы, ну, как бы для него есть отдельный модуль в IP Route 2. Вот. И как видите, тут уровень косвенности гораздо выше. Давайте посмотрим. Значит, мы добавляем туннель. У этого туннеля он двусторонний, поэтому у него есть два идентификатора. С одной стороны и с другой стороны. Идентификатор приемника, идентификатор источника. Ну, точнее сказать, наш и не наш. Способ туннелирование, он бывает UDP и IP. Да? Для примера мы будем сейчас заворачивать пакеты даже не в IP-пакеты, а в UDP-датаграммы, что тоже можно сделать. Они довольно маленькие оверхед имеют, а иногда пропускать UDP сквозь интернет удобнее, чем пропускать какой-то непонятный IP. Вот. Дальше. Локальный адрес, удаленный адрес. И порт, поскольку мы работаем с UDP, мы говорим, что source порт у нас 5000, а destination порт 6000. Да? Вот так вот настраивается сам туннель. Но это еще не все. Туннель — это всего лишь способ взаимодействия. А внутри одного туннеля можно создать несколько сеансов. Вот. У сеанса свой собственный идентификатор. Вот 1000 и 2000. Вот. Опять же, поскольку сеанс двухсторонний, данные передаются туда и обратно, то наш идентификатор 1000, с той стороны идентификатор 2000. Вот. То есть такая вот штука. И каждому сеансу, созданному с помощью L2TP, будет соответствовать очередной виртуальный интерфейс. Ну, давайте все это проделаем. Давайте прям вот, я даже не буду при вас это набивать, и лучше скопипащу. Это нужно делать на сервере. Итак, давайте читать. L2TP, значит, мы делаем туннель, сквозь который будут бегать фреймы. Вот, добавляем, собственно, туннель. Этот туннель будет называться, у него будет идентификатор 3000. Соответственно, идентификатор на том конце будет называться, будет иметь идентификатор 4000. Вот. Инкапсулировать, упаковывать наши фреймы мы будем даже не в IP, а прямо в UDP датаграммы. Вот. Локальный адрес у нас будет 10.0.1.1, 10.10.1.1. Удаленный адрес у нас будет, разумеется, 10.10.2.1. Вот. Значит, source порт UDP-шный в датаграмме, порт отправителя будет 5000, порт получателя 6000. Вот. Давайте посмотрим, что нам скажет show туннель. Вот, видите, задан туннель. UDP-шный туннель, адреса дырок, наш туннель имеет адрес 300, с той стороны будет, ну, идентификатор 300, с той стороны идентификатор 400, и порты 5000-6000. Теперь давайте настроим сеанс. Так, сеанс 2000. Значит, сеанс, да, давайте, погодите. Сначала давайте убедимся в том, что от того, что мы завели в ядре туннель, никакого нового интерфейса не появилось. Видите? Вот.
Теперь настроим сеанс. Значит, сеанс это на 3000-м нашем туннеле. Мы заводим новый сеанс. У него идентификатор 1000 с одной стороны, 2000 с другой стороны. И вот теперь у нас появился соответствующий этому сеансу полноценный сетевой интерфейс с собственным MAC-адресом, со всеми пирогами. Вот. Ну вот, ему можно даже присвоить адрес. Поднимем его. Ну, не знаю, все тот же 192, 168, 111, 24. Давайте не будем притворяться, что в этой сети может быть больше двух абонентов, и сразу настроим peer-to-peer. Вот так вот. 192, 168. Ну, скажем, 14. Или 5, наверное, 5. О! Вот. Это один из способов настройки сетевых интерфейсов, когда мы говорим, что никакой маршрутизации, кроме вот один в 4, ну, вот отсюда сюда, 20. Никакой маршрутизации не нужно, никакой большой локальной сети за этим интерфейсом не находится. Вот. Все то же самое проделаем на клиенте. Абсолютно такая же конструкция. Значит, давайте прямо я, чтобы показать, что это то же самое, проделаю это сеанс. Вот, проделаю все при вас. Значит, что при этом делается, когда мы создаем туннель, поскольку туннель это две дырки, мы меняем местами идентификатор. Да? Значит, наш на сервер был наш 3000, а этот 4000, а здесь наоборот, наш 4000, а удаленный 3000. На сервере у нас локальный адрес был, наш адрес был 10.10.1.1, а удаленный 10.10.2.1. Здесь наоборот, remote адрес 10.10.1.1, local адрес, 10.10.2.1. Source port был 5000, стал 6, а здесь был 6, стал 5. Бум. Это у нас, кстати, давайте посмотрим на что там у нас. Вот. Вот, значит, и то же самое с сеансом. Абсолютно такая же история с сеансом. Вот. С тем же подменой в парах, да, значит, туннель ID у нас здесь 4000, а не 3, потому что это с этой стороны он 4, да. Session ID 2000, а здесь session ID 1000. Такая же симметричная штука. Давайте его настроим. Значит, IP-link set up IP add dev ldl, и прямо отсюда скопируем. Мы помним, что там все опять симметрично, да, значит 11.4 peer 11.1. вот. Напоминаю, что это такой способ настроить peer-to-peer адресацию, когда у нас устройство не является частью какой-то развесистой локальной сети, а просто у нас есть два, значит, сконнеченные друг на друга устройства. Вот, значит, теперь у меня есть подозрение, что все даже работать будет. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну что, барабанная дробь. О, it works. Давайте посмотрим, что при этом находится на роутере. О, смотрите, роутер, на этот раз мы всех обманули, и TCPDump уже не знает, что внутри этого UDP-пакета, внутри этой UDP-датаграммы сокрыта, сокрыта L2TP-туннель. Видите, он говорит, у вас тупо ходит UDP. Давайте только я вам скажу.
У вас тупо ходит UDP от 2.1.600 на 1.1.500 и от 1.1.500 на 2.1.600. А в действительности, как видите, пинг работает. Вот. И если мы настроим, проделаем то же самое упражнение с перенастройкой маршрутизатора по умолчанию, вот, то мы увидим, что будет работать интернет. Такие дела. Вот. Значит, в чем достоинство L2TP? Ну, в данном случае мы воспользовались вообще такой же точной схемой, да, с тем же самым единым адресом. Вот. Главное достоинство L2TP, что оно инкапсулирует фрейм. И это значит, что вместо схемы, которая в IP over IP, да, как это называлось, IP2IP, вместо схемы один интерфейс, один IP-адрес с одной стороны и один IP-адрес с другой стороны, мы можем применить схему с мостом. Помните наше занятие там на третьем, что ли, или даже на втором? На третьем. На третьем нашем занятии мы делали мосты. Так вот, мы что можем сделать? Давайте мы сейчас не будем этим заниматься. Кажется, нам не хватит времени. Вот. Что мы можем сделать? Мы можем поднять L2TP интерфейс и забриджить его с каким-нибудь, что там у нас? Ну, не знаю, с каким-нибудь бриджом. То есть все сеансы наших, я напоминаю, что вот этот интерфейс сейчас, давайте мы пинг запустим. Там должна быть активность некоторая. Вот. Да, значит, напоминаю, что все сеансы приводит к заведению очередного сеанса, приводит к заведению очередного интерфейса в системе. Так вот, все эти интерфейсы можно забриджить в одно единственное устройство BR0, повесить на это единственное устройство BR0 единственный IP-адрес. Вот. И в таком виде вам уже не потребуется N IP-адресов для N клиентов и N IP-адресов для сервера. Да, он там будет один, потому что к нам приезжают фреймы, мы эти фреймы декапсулируем, и когда мы их декапсулируем, выясняется, что адрес у всех вот этих L2TP ETH сколько-то интерфейсов отсутствует, они все забриджованы в один большой бридж, у этого бриджа есть IP-адрес. Вот такие дела. Вот. Ну, там же можно с фланами разбираться, но это уже как бы дело пятое и шестое. Кроме того, сам протокол L2TP, почитайте, он достаточно развесистый, там много всего еще, чего можно сделать. Вот. Ну, в общем, вот. Так. И это, значит, был разговор про туннели, которые еще более похожи на VPN, потому что теперь у вас получается так, что вот в этом пространстве адресов можно сделать один адрес сервера, один адрес клиента, вот, и все эти клиенты и серверы будут видеть друг друга. Такие вот дела. Это что касается L2TP. Вот. Как правило, L2TP не используется для создания виртуальных частных сетей, а используется для прокидывания какого-нибудь выделенного канала. Например, я часто видел L2TP для подключения к интернету, значит, особенно в давешние годы, там в начале 2000-х. То есть вы заходите в локалку, в этой локалке интернета нет, вы запускаете L2TP клиент, и вот по этому L2TP вы получаете подключение по вот этому туннелю к какому-то месту, которое раздает вам интернет. Очень удобно. Такие дела. Ну и наконец про, собственно, VPN, который решает все задачи, включая задачу защиты. Обратите внимание, если мы можем, мы, наверное, можем подампить содержимое этого пакета, вот, и увидеть, что никакой защиты информации, разумеется, в L2TP не происходит. А, нет, могу соврать. Может быть, там даже ключ какой-нибудь есть.
Ну, нет, нет. Вот. Напоминаю, что для организации, само понятие виртуальная частная сеть. А, вот тут вот спрашивается, есть ли у нас АРП. РП у нас, может быть, и нету. РП у нас, может быть, и нету. Давайте посмотрим. Давайте сделаем так. А, это роутер. У нас все равно может не быть АРП. Он не нужен. Ой, нет, есть. Да, вот он. Смотрите. Антон Иванов просил показать АРП. Вот он, смотрите, видите, мы видим MAC-адрес. MAC-адрес нашего клиента. Да. Вот он. И мы видим MAC-адрес сервера. Да? 820D1D1BE304. Это MAC-адрес клиента. И вот он на сервере виден. Так что вот посмотрели, АРП в L2TP работают. Работают. Возвращаясь к исходному, то есть не исходному, к следующей теме разговора, а именно к VPN. Напоминаю, что основная идея VPN-ов была в том, чтобы организовать a virtual private network, да, виртуальную частную сеть, внутри которой своя политика безопасности, общее пространство адресов, чтобы можно было к любой машинке подключиться из этого самого виртуального пространства, и, возможно, какие-то там защищенные корпоративные сервисы, которые из интернета, вообще говоря, недоступны. Вот вы там едете в командировку, у вас есть ноутбук, в этом ноутбуке есть, разумеется, какой-то доступ в интернет, который вам дали в гостинице или там где-то еще. Вот. Но чтобы воспользоваться ресурсами вашей компании какими-то, вам нужно подключиться к сети вашей компании. Да? И вот это-то подключиться к сети вашей компании и есть VPN. Да? Когда ваш компьютер, какой-то виртуальный интерфейс на вашем компьютере получает IP-адрес из диапазона адресов прямо внутри вашей компании и ведет себя ровно так, как если бы вы находились в единой сети с остальными компьютерами вашей компании. В этом смысл VPN. Очень-очень сильно востребован. То, для чего VPN используется сейчас, это его очень-очень побочный смысл. Об этом мы поговорим чуть позже. На свете довольно много, прям скажем, много инструментов организации VPN-ов. Вот, современный модный инструмент называется WireGuard. Вот. Он, пожалуй, самый простой и архитектурно неизвращенный среди всех, потому что его относительно недавно придумали. Да? Вот люди, которые делали WireGuard, они... Какой год, интересно, это был? Не знаю, какой год, но это какие-то десятые годы. Вот. Какие-то десятые годы. Значит, люди, которые делали WireGuard, они задумались над всеми инфраструктурными ошибками, которые были допущены при изготовлении подобных инструментов раньше. Вот. Ну, соответственно, попытались избежать этих ошибок. В том числе они заботятся и о безопасности тоже, разумеется. Вот, идея WireGuard как VPN абсолютно такая же, как вот то, что мы сейчас смотрели. Мы берем пакет, упаковываем его в какой-то payload, в него какой-то payload, ну, например, фрейм. Кажется, нет, фреймы там не нужны. Ну, короче говоря, мы в UDP пакет упаковываем какой-то payload, в таком виде передаем. Единственное, что отличает в лучшую сторону, значит, WireGuard от вот L2TP, это наличие надежного шифрования. Все пакеты шифруются. Причем там все довольно хитро. Мы помним, что пассивный скан может на очень мелких пакетах, даже если они зашифрованы, попытаться их дешифровать и там пробить ключ. Поэтому там, ну, есть некоторые механизмы. Ну, в общем, сейчас мы про это говорить не будем. Это отдельная тема, про которую мы поговорить уже не успеем в этом семестре. Я вместо этого про питончик рассказывал. Вот.
Но идея стоит в том, что мы берем, просто защищаем традиционным надежным шифрованием, традиционным надежным шифрованием наши пакеты с помощью ключей асимметричных. Вот. То есть теперь, помимо настройки IP-адресов наших концов туннеля, мы должны сгенерировать на каждом конце туннеля пару ключей, открытый и закрытый. Да? Мы помним, да, как устроено шифрование и как устроена аутентификация. Если мы хотим послать сообщение, которое прочтет только получатель, мы открытым ключом получателя шифруем это сообщение, никто в мире, кроме получателя, его не прочтет. Ну и так дальше, вот в том же духе. Вот. Такие ключи нужно сгенерировать и раздавать, или человек сам себе генерирует такие ключи и показывает соответствующий ключ администратору, тот самый открытый ключ, закрытый ключ показывать никому не надо. Вот в чем достоинство такого способа организации защиты. Вот. И в общем, на этом, собственно, все. Да? С точки зрения Linux это точно так же, как и в предыдущие разы, выглядит как просто еще один виртуальный интерфейс, на который мы навешиваем соответствующую службу. Ну вот, собственно, и вот. Занимается этим пакет под названием WireGuard. Собственно, соответствующая часть в ядре, разумеется, тоже есть. Вот. Начинается все с того. Давайте перегрузимся. Вот, начинается все с того, что мы с вами сгенерируем пару ключей. Эта пара ключей будет на каждой машине использоваться для шифрования. Вот. Маленький лайфхак. Значит, когда вы говорите vg-genkey, то у вас одновременно генерируется и открытый, и закрытый ключ. Поскольку они нужны в разных местах, то хорошо бы вот все вот это как-то сложить в одно место и по закрытому ключу сгенерировать открытый. Ну, короче, вот. Вот такая команда одновременно на экран выдаст и закрытый, и открытый ключ, чем мы с вами и воспользуемся. Вот. Значит, вот это закрытый ключ, вот это открытый. Напоминаю, что то, что сейчас происходит в эфире, в реал-тайме не должно, в реал-лайфе не должно происходить от слова вообще, а именно я засветил закрытый ключ. Ну, фактически, после того, как я его опубликовал, его можно выбрасывать. Меня оправдывает только то, что нас с вами никто не видит. Нет, меня оправдывает только то, что все это происходит на тестовой площадке, к которой ни у кого нет никакого доступа, кроме меня, и я ее сотру буквально после конца лекции. То есть этот закрытый ключ ничего не значит. В действительности этот закрытый ключ никому показывать не надо, никогда, никуда не надо копировать. Он служит для подписывания, для дешифрации, не для подписки, для дешифрации потока, который подписан вашим открытым ключом. Ну вот, значит, давайте мы создадим соответствующее устройство, и давайте это сделаем чуть более hard way, а именно напишем специальный конфигурационный файл для systemd networkd. Напоминаю, что созданием интерфейсов девайсов новых занимается подсистема networkd, конфигурационные файлы, которые бы должны заканчиваться на netdev. Вот. Это она будет создавать специальный интерфейс, аналог там IP чего-то там или VG чего-то там, ANT. Вот. Ну вот, значит, давайте мы вот эту пару ключей сразу тут. Ой. Так. Вот, значит, устройство. Устройство. Тип у него назвать, ну давайте будет называться VG0 какой-нибудь. Тип у него, у этого устройства, WireGuard. Теперь
Теперь с настройки самого WireGuard. Значит, порт, на котором он будет те самые UDP-пакеты принимать. Ну, скажем, ну, тут в примере 518.20. Давайте оставим как в примере. Да. Закрытый ключ. Обратите внимание, я совершаю в очередной раз, предупреждаю, что я совершаю неправильные действия. Я храню закрытый ключ прямо в настройках. Нам об этом еще, нам еще за это прилетит ВАЦ, за то, что мы храним закрытый ключ в настройках. В принципе, можно, например, использовать опцию Private Key File, положить в нее Private Key, чтобы когда вы редактируете вот эти netdev настройки, не было видно этого ключа, вы его случайно бы не пропалили. Вот. А вот этот ключ, это его публичный ключ, и такого поля в настройке WireGuard нету, но он нам понадобится, этот публичный ключ, он нам понадобится для настройки всех клиентов, поэтому мы его так вот в конфиге запасем, пускай лежит. Вот. Дальше мы будем описывать наших клиентов, которые мы сейчас будем подключать к нашему WireGuard серверу. Клиент. У этого клиента должен быть какой-то IP-адрес. Вот. Как правило, он один. Ну, скажем, 192, 168, 111. Ну, скажем, не знаю, там, 5. Вот. Как видите, сеть slash 30, mask 32 означает, что мы больше не ожидаем там. Вот у этого клиента ровно один IP-адрес. Разрешен только такой, а еще нужно от него принять публичный ключ. Но для того, чтобы его принять, его надо сначала сгенерить. Повторяем упражнение. Да. Настраиваем WireGuard на клиенте. Все тот же netdev. Сначала создаем netdev файл. Да. Вот, по той же схеме, значит, name, название интерфейса VG0, скажем. Настройки WireGuard. Вот, а вот тут нам надо снова нагенерить наших ключей. Да? И это уже будет пара открытый-закрытый ключ для клиента. Вот. Так. Для клиента. Ему нужно тоже рассказать, какой у него разрешенный IP. Ну, скажем, 532. Ему нужно рассказать. А, это не здесь. Sorry. Это уже пир, да? Тут мы будем описывать клиент. Значит, вот, WireGuard. Ему нужно только private key. Публичный ключ. Привычный ключ. Вот, как обычно, запасем публичный ключ, который нам не нужен для этой машины, но понадобится для настройки сервера. Вот. И опишем единственного пира, который мы знаем. Этот единственный пир, это, естественно, сервер. Вот. Ну, давайте даже так. 0/24. Вот. Все, значит, адреса, которые там будут, они годятся. Да, значит, публичный ключ сервера. Скопируем его из сервера. Вот он. Вот за это мы его и запасали. Вот. И адрес, собственно, сервера. Куда слать пакеты.
Сервер адрес у нас какой? Десять, десять, один, один. И порт, как мы уже говорили, 51.820. Вот. Что-то я не вижу здесь настройки порта, ну и ладно. Такое ощущение, что он... Во, значит, вот это у нас настройка, соответственно, клиента. В клиенте, еще раз, мы создаем устройство VG0. В этом устройстве VG0 мы налаживаем WireGuard. Этот WireGuard будет ходить вот к этому серверу. Это конец туннеля. Начало туннеля – это, разумеется, наш IP-шник. Вот. А, и, наверное, еще network файл. Так. vg.network. Осталось только повесить IP-шники на них, да, и посмотреть, как это все работает. Name vg0 network адрес 192.168.111.4, да? Кто помнит? Не помню. А, мы на сервере этот адрес должны были указать. 5. По-моему, тут надо писать 32. Ну, я могу... А, нет, 24. Нет, не надо писать 24. Вот. Ну, такая вполне себе сеть. Давайте. Что не так? Что-то я не дописал. А, вот. No kind configured в NetDev. Угу. Я kind забыл написать. Теперь давайте, значит, вот этот публичный ключ, как мы уже говорили, он нам понадобится для регистрации клиента на сервере. Вот он, наш клиент с адресом 5. Вот. Давайте вот здесь вот еще напишем network файл. Такой же. Вот. И кажется, это все. Давайте посмотрим на вот сюда вот. Так, а что-то я там не вижу. Вот этого пира. Давайте сделаем рестарт. Не вижу. Так, давайте посмотрим журнал. А, спасибо, Арсений. Арсений подсказывает, что тут снова
что я просто неправильную секцию назвал. Спасибо, спасибо. О, другое, другое дело. Другое дело. Если я не ошибся и не сделал ничего плохого, у меня есть подозрение, что сейчас все должно даже заработать. Вот. Давайте посмотрим еще раз. Давайте попробуем попингать хотя бы его. Во! Оно работает. Видите? Давайте посмотрим, что на роутере при этом происходит. О! Ну вот, роутер, как видите, роутер нам регистрирует UDP-трафик, так же, как это было в LDTP. Но на этот раз уже он вполне зашифрованный, мы туда даже ничего... Вот что бы он там ни делал, видите, он там даже что-то послал. Я думаю, что это какой-нибудь RP-запрос или что-нибудь такое. Нет, это не RP-запрос. Но, короче говоря, вот он тут вот... Какая-то там что-то там ходит, но его теперь даже дешифровать нельзя. Это вполне себе защищенная система. Вот. Мы можем, как мы это раньше делали... Проверить, что все работает действительно через туннель. Для этого мы можем взять и еще раз зарубить TCP вот на маршрутизаторе на нашем. Вот, теперь у нас SSH на 10.10.1.1, конечно, refused, а SSH на 192.168.111, пожалуйста, вот, работает. Вот, такая же абсолютная история, которую я демонстрировал в случае L2TP с маршрутами по умолчанию, вот, потому что их нужно вставлять руками. Ну и вот на эту тему мы сейчас поговорим 3 минуты, и это будет последнее, что мы обсудим. Значит, как видите, поскольку, если внимательно посмотреть на настройки NetDev'а, вы увидите, что теперь у одного маршрутизатора может быть, вернее, у одного клиента, у одного сервера этого самого WireGuard может быть несколько клиентов, несколько пиров, и домашнее задание будет именно такое, сделать два пира. Вот. Но совершенно не обязательно так эта структура должна быть централизованной. Мы можем вот в эту настройку напихать столько пиров, сколько захотим. Да? Вот в статье на Archiwiki там есть примеры, когда три машинки друг друга видят. Вот. Вот, видите? Одна, другая. Вот. То есть мы можем создавать некоторую топологию из вот этих самых видящих друг друга машин. Вот. Или делать какой-то маршрутизатор, который бы, значит, передавал данные вот по этому самому VPN, ну и так дальше. В общем, довольно гибкая структура. Вот. Значит, последняя тема – это частная сеть VPN как выход в интернет. Напоминаю, что я уже об этом говорил, что это не традиционное использование VPN, вот, а вынужденное. Собственно, эта идея состоит в том, что в том месте, где вы находитесь в данный момент, какая-нибудь гостиница, например, да, там интернет страшный и ужасный, все зарублено, можно только YouTube смотреть, а больше ничего нельзя, или что-нибудь в этом духе, или порты все зарезаны. Вот. А для того, чтобы пользоваться нормальным интернетом, вам нужно там, я не знаю, ну, в общем, вам нужно больше, чем те ограниченные возможности, которые в каждом конкретном месте вам выдаются. Тогда вы где-то в мире, в месте, где у вас нормально работает интернет, настраиваете вот этот самый WireGuard Peer, вот, и через него выходите в интернет. Таким образом, вам нужно настроить маршрутизацию
всего по умолчанию через вот этот пир, но, как мы с вами уже помним, всего кроме самого конца туннеля, потому что конец туннеля должен маршрутизироваться по стандартным правилам. Так, как он маршрутизировался до того, как вы туннель настроили. Иначе получится вот попытка запихать в туннель уже затуннелированный пакет. Вот. Как бы все так было просто. Значит, в действительности несколько все сложнее, потому что маршрут, который вы хотите прописать, он дефолтный маршрут, не дефолтный маршрут, а вы должны заменить дефолтный маршрут, который был до настройки VPN, на несколько маршрутов до ключевых сервисов, доступных изнутри без VPN, например, до конца туннеля или, например, до вашего DNS внутреннего, который у вас внутри на площадке, вот там, где вы сейчас находитесь, работает. Вот. И все это надо как-то сделать. Говорят, в современном System D эту проблему решили, что при добавлении вот такой вот настройки в System D версии больше, чем 250, будет какая-то игра с метриками, и вот этот старый роут не потеряется. Но я этого не пробовал. Вот надо. В следующем году, видимо, будет новая прошивка на новой версии System D, и там будет, мы это все посмотрим. Вот. Давайте я просто расскажу объем проблем, которые с этим могут быть связаны. Тут, к сожалению, два текста одинаковые, ну вот. Значит, это такая байка под названием Russian VPN. Вот, вы покупаете, значит, некоторый роутер и подключаетесь к вашему провайдеру. И выясняется, что ваш провайдер раздает вам интернет с помощью, ну, допустим, L2TP. В тот момент, когда вы подключаете L2TP, у вас все падает, потому что вам нужно прописать статический роут до конца туннеля, и иначе, как мы с вами видели, маршрут по умолчанию будет туда упираться. Проблема состоит в том, что хорошо, если он статический, а если нет, если вы этот L2TP получаете там каким-то специальным настройкам. Что еще хуже? А если у вас DNS приезжает по DHCP и тоже по специальным настройкам, и он какой-то еще более другой, значит, до этого DNS-а тоже нужно руками прибивать статический маршрут. Иначе при получении L2TP, при получении маршрута, при вбитии маршрута по умолчанию, у вас DNS перестанет работать. Что еще хуже, эти DNS-ы могут быть вполне себе динамические, если у вас большой провайдер, и он вам то один пул, ну, короче, load balancer, то из одного пула выдает адреса, то из другого. В общем, я когда с этой проблемой столкнулся, единственное нормальное решение этой проблемы было такое. Люди, комьюнити, собирали все возможные статические маршруты на все возможные ресурсы данного провайдера, вот, складывали в одну большую таблицу маршрутизации, вот, и этой таблицей друг с другом делились. Вы просто загружали вот в эту мыльницу таблицу маршрутов, которые могут случиться до там DNS-ов, которые могут вам выдать, до концов этого L2P туннелей, ну и так далее. Вот. После чего все кое-как работало. Или не работало, если то подключение, которым вы пользуетесь, оно было каким-то другим. Вот. Понятное дело, что по-хорошему, если у вас есть, например, DHCP, все эти маршруты должны проезжать внутри DHCP настройки. Только они не проезжали. Как это вообще предполагалось, чтобы работало, я не знаю, но какие-то системы, видимо, были прохаканы. Вот. Короче говоря, в какой-то момент я обнаружил, что если зайти на сайт D-Link российский, тогда был, и скачать оттуда российскую прошивку до этого самого вот маршрутизатора, в котором, естественно, Linux, там ядро Linux и некоторые утилиты, то там при настройке L2TP туннеля реально образовывалась кнопочка, галочка под названием Russian VPN. Really, Russian VPN. Ты ставил эту галочку, и все начинало работать. Я расковырял это, выяснилось, что Russian VPN — это значит следующая логика. Там прям такие скрипты на шеле были написаны, что когда вы включаете L2TP, ну или какой-то другой туннель, он сначала запоминает маршрут по умолчанию, который был до включения туннеля. Потом устанавливает туннель. Потом заглядывает, какой у вас DNS,
получен по ДХЦП, и устанавливает этот самый маршрут по умолчанию вида хост-хост, то есть наиболее приоритетный, по старому маршрутизатору к этому самому DNS. И то же самое к концу туннеля. Вот только после этого все начинало работать. В общем, все очень весело и мило. Вот. Такие вот дела. Russian VPN. Для того, чтобы закончить. Как уже говорилось, туннели, VPN и всякое бывают разные. Один из самых известных это OpenVPN. Вот. Это очень развесистая и, как видите, с ориентацией на корпоративное внедрение системы. Тем не менее, для она совершенно свободна, и для частных лиц довольно легко ею воспользоваться. Смысл вообще в точности такой же, как у WireGuard, но чуть более хитрая система выдачи и развесистая система авторизации и выдачи сертификатов. Вот. Там можно строить какую-то пирамиду, можно по людей по паролям пускать. Короче говоря, вот если не WireGuard, то используйте OpenVPN. Есть также пришедшая к нам еще из IPv6 семейство протоколов IPsec, IP Security. Вот. Их тоже используют для организации VPN, но с IPsec история следующая. Когда его придумывали довольно давно, лет 20 назад, может быть, раньше, не помню. Идея была какая? Что мы будем шифровать, ну, почему он назывался IP Security? Мы шифровать будем только payload. То есть у нас будут настоящие пакеты, в них будут настоящие IP-адреса, все. Но все, что внутри, будет зашифровано. Так называемый транспортный режим. Идея была такая, что у нас как раньше был сетевой трафик, так и сейчас останется сетевой трафик, просто никто в него подглядеть не сможет, он зашифрован. И эта идея не сработала вообще, потому что, как выяснилось, очень много всего нужно знать про содержимое этих трафиков, например, про содержимое TCP-пакетов. Даже NAT сквозь IPsec не работал, потому что нужно делать транспортного уровня, потому что нужно делать какие-то преобразования IP-адресов, а вы эти IP-адреса просто не знаете. Вот. Короче, транспортный IPsec не заработал, тогда придумали так называемый туннельный режим в IPsec, а он работает как все туннели. Вы просто берете, создаете IP-пакет под названием IPsec, внутри него все капсулируете и отсылаете. Только инфраструктура еще сложнее, чем OpenVPN и тем более WireGuard. Тем не менее, IPsec, VPN тоже бывают, настраиваются, работают в Linux, все нормально. Вокруг этого написано куча всякой обмазки, более или менее удобной. Ну вот, довольно популярная обмазка под названием InnerNet. Вот. Которая позволяет красивенько настраивать все тот же WireGuard. Вот. Никогда этим не пользовался. Если кому вот лень генерировать пару ключей и раздавать их, наверное, с помощью интернета это будет удобнее. Ну и так далее. Собственно, все. Значит, если какие-то вопросы в чатике задавайте, а я тем временем расскажу про последнее по этому курсу домашнее задание. О, что-то у меня повисло. Ну и давай развешивайся. Вот, развисло. Значит, последнее домашнее задание состоит в том, чтобы воспроизвести то, что было на лекциях, с той лишь разницей, что, как вот правильно сказал сейчас Арсений в чатике, у нашей варгард-точки должно быть два пира, два клиента, которые могут ей пользоваться для выхода в интернет, и сам выход в интернет должен работать. Мы с вами его практически... А нет, один раз мы его настроили, вот так же его надо настроить для WireGuard. Вот. Вот, собственно, все домашнее задание. Две точки, один сервер, настройте DNS любым способом, каким хотите, да, должен работать. Тут еще нету проверки. А, нет, есть хост Яру. Проверка DNS есть. Вот, собственно, все домашка. Это последняя домашка в этом семестре. Ее мы успеем сделать те люди, которые, значит, не четвертый, не шестой курс. Вопрос. Для WireGuard у клиента может быть серый IP. Так у нас и был серый IP, обратите внимание. Он вполне себе серый.
Вот. Ну, если вы под серым IP имеете в виду интернет range, да, вот, который 10/16, 192/168, 10/8 и 192/168/16. Да, может быть, собственно, ради этого все и намечалось, да, чтобы он был серым. Более того, тот интерфейс, к которому вы биндитесь, какой у него IP, тоже совершенно не важно, лишь бы у вас видимость была между ними, да, вот и все. Так что да, может. Ну вот. Значит, если вопросов больше нету, время наше давно уже подошло к концу и даже немножко больше прошло, тогда мы с вами в этом семестре прощаемся. Вот. У нас не будет лекции по защищенным протоколам, потому что там в основном все труизмы. Вот. И поэтому это последняя лекция. Все, значит, с теми из вас, кто сдает экзамен, я увижусь, когда буду ставить за него оценки, потому что экзаменом является решение домашек. А всем остальным до новых встреч в следующем учебном году. Вот, что там будет в следующем учебном году, не берусь предполагать, это будет через 4 месяца, но я надеюсь, что что-нибудь будет. Все, всего доброго.